К другим новостям. Их речка стала красной от крови. Жители одной из деревень Чебоксарского района с 2012 года бьют тревогу, пишут в прокуратуру, Роспотребнадзор и другие инстанции. Однако ничего не меняется. В кровавой речке сдохла рыба, люди здесь больше не купаются. Подробности в нашем следующем сюжете. Кровавые реки, мясные берега. И это не фрагмент из фильма ужасов. Это реальная картина в одной из деревень Чебоксарского района. У меня внучка говорит: бабуля, это что? Краску бочки вылили красной, а это кровь. Как я могу ребенку, 6-летнему, объяснить, что это кровь, Ксюша? По словам жителей деревни Сермопоси, с 2012 года в их речку регулярно сливается кровь. Население обвиняет в этом руководство предприятия «Сельский дворик», который занимается забоем скота. А вы уверены, что это запись наша? Ну, это же речка, Знаете, сколько когда это было? Может быть, и был. Я не могу сказать. Но на сегодняшний день мы же не видим никаких последствий. Никаких последствий на сегодняшний день нету. В день приезда нашей съемочной группы действительно следов крови уже не осталось. Место, где из трубы обычно вытекала красная жидкость, вдруг оказалось завалено ветками и мусором. Источник крови был здесь. Да, вот здесь вот все текло. Тут было даже, знаете, что? Внутренностями. Всякие печень, мечень, все тут лежало. У меня это все есть, заснято. Ну, а чистой воды вот такого безобразия? Вот. Ну, это вчера просто, я так понимаю, что вчера их уже снимали. За один день вчера. Вот, все, и все, видите, они тут все закрыли. За день до этого тема загрязнения речки поднималась на совещании главы республики. В пятницу ко мне обратились жители села Сермопоси Чебоксарского района. Сколько, говорит, не обращались, мы и прокуратуру, и предохранительную прокуратуру обращались, говорит, действия, говорит, бесполезны. Приезжают из прокуратуры, из предохранительной прокуратуры, говорит, ничего не можем делать, потому что прикрывают высокопоставленные чиновники межрегиональной прокуратуры Волжской предохранительной прокуратуры. Фамилии, имя пока не назвали. После этого совещания осмотреть Сермопосинскую речку съехались и представители Роспотребнадзора, и ветеринарной службы. Однако последние категорически отказались от интервью и старательно избегали камеры. Опять. Вот смотрите. А вот как прокомментировал ситуацию специалист Роспотребнадзора. В Новочебоксарском территориальном сдали анализы, но анализы там были превышения. Но после этого они как бы прекратили сброс, и сейчас по документам говорят, что вывозят через спецавтохозяйство, все стоки вывозят. Жители деревни в это не верят и предъявляют доказательства. Вот, вон, видишь, вот труба, вот прям кровь течет полностью. Там даже кишки, все это, печень, мечень, чего только палок, по-моему. Вот, смотри, поймешь теперь ты меня или нет? А, да, да. Все. А какой, конечно, нельзя. Вот именно нельзя. Ну там аварийный что-нибудь переполнилось, наверное, куда пошло? Аварийный? Два года? У меня есть. Каждый день такой? Да. С октября месяца того года, не каждый день, я не знаю, я каждый день приходил, неделю два раза приходил, оно всегда текло. Сермопосинцы надеются, что на этот раз проблема загрязнения их речки будет решена. Здесь снова станут разводить рыбу и купаться. Мы будем следить за развитием событий. Марина Рябцева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.